Всем привет! Сегодня очередной день номер 6. Сегодня мы будем рассматривать, что происходит у нас с монетами при помощи чистки мылом. Мыло, повторюсь, необычное. Я думаю, после завершения 7-го дня я подведу итоги, и вы, наверное, для себя еще одно мыло узнаете, которое может чистить хорошо. В общем, результат посмотрим. Сейчас все это я достану, продемонстрирую. Все то же самое, как и предыдущие дни. Достаем, протираем, натираем, вычищаем. И я вам на обзоре все покажу. Так что, кто первый раз, у нас цикл чистки неделя. Неделю, не больше, 7 дней. Конечно, некоторые монеты будут чиститься дольше. И я все-таки покажу результат тех монет, которые не справились за 7 дней. Мыло – это самый щадящий метод чистки, который может даже сохранить родную патину. Но не всегда результат может вас порадовать. Это уж на своем я опыте могу вам сказать. Ну все, давайте вскрываем баночку. Ну что, ребят, вскрываем нашу баночку. Не будем долго затягивать это дело. Я и достаю наши монетки. Все так же, как и в предыдущие 5 дней. Достаем. Промываем. Высушиваем. Проходим щеточкой. И результаты я вам показываю. Осталось у нас монеток меньше, чем в прошлые дни, так как у нас уже 8 монет почистились. Все монеты, которые я вам сегодня демонстрирую, это монеты, выкопанные с поля чудес, который я недавно вам демонстрировал. Полянка была шикарная. Очень понравилось поле. Жалко, что таких сейчас полянок уже практически не найти. Если наткнулись на такое поле, то вы будете счастливы. Все, сейчас я промываю и смотрим. Монеты все достали. Берем щеточку зубную и вымываем с них все, что осталось после банки. То есть мыло снимаем, а как вы видите, прям пена темная. То есть осуществляется что? То ли снятие грязи, то ли снятие патины. Видите, пенка становится такая коричневая. И, конечно же, мы посмотрим, патина слазит или же все-таки слазит остатки грязи. Так, эта монетка, пожалуй, еще не все. Черные пятна, видите, это означает, что грязь еще осталась. Так, следующая монетка. Меня больше всего интересует монетка Павловские и монета Александра II. Пчелка. Потому что она оказалась, в принципе, дорогой монетой. В общем, вот таким вот способом я промываю все монеты. Не буду затрачивать ваше время. Как все почищу, включусь и вам продемонстрирую на результат. Ну что, ребята, почистил я монетки в мыле, затем протер насухо, и сейчас я буду все это дело снимать и ускорять процесс. Беру монетки и просто-напросто
латунной щеточкой прохожу по монетам. Легкими движениями по монете, тем самым мы сшибаем, вот смотрите, сшибаем налет, который остался после мыла, после того, чтобы, как я его протер тряпочкой, все равно остается какой-то налет. Смотрите, половину монеты я сейчас с латунной щеткой обработал, а вторая половина, не знаю, видно вам на камеру, нет, вот эта половина чищена, вторая нет. Видите, какой-то небольшой налет. И вот латунной щеточкой я этот налет снимаю. И этот налет, он как бы и есть небольшой слой грязи, небольшой слой патины. Мы его немножко осветляем. Тем самым монетка становится однородным цветом. Один цвет. Фокус пропадает. Вот так вот. И сейчас со всеми монетками мы так и будем делать. Монеты я не подбирал. Все монеты копаны с одного места. Сохран монет хороший. Но для эксперимента я взял также и несколько монет, которые удручающего состояния. А в частности, вашему вниманию я также закинул и пятак. Он был зеленый, очень сильно зеленый. Первые видеосюжеты посмотрите, вы увидите. Все было зеленое, за исключением, где я лопатой по монете трахнул, только видно были очертания вензеля. Сейчас же зеленка сходит, и вензеля все проглядывается. Мы его тоже будем до конца чистить, но это уже другая история. Ну вот в таком порядке сейчас я все монетки пройдусь латунной щеточкой и включусь по результату на обзоре. Итак, ребята, ну что, на шестой день я вам хочу продемонстрировать, что у меня получилось. И именно на шестой день у нас вышли еще три монеты. Деньга. Вот такая вот в родной патине. И, в принципе, без царапин. Слой патины родной ровный, однотонный. И я считаю, что ее можно уже отложить и больше не чистить. Дальше екатериновские монетки тоже подошли к своему финалу. 1771 год. Монетка, в принципе, почистилась нормально. Так, надо гурт еще пройтись. Тоже гурт нужно пройтись щеточкой и убрать весь белый налет. Видите, прохожу, и гурт уже чистый. По всей окружности надо пройти. И еще одна монета, копеечка. Тоже очень хорошая, бодрого сохрана. Родная патина. Гурт почистили тоже. И лошадка у нас никуда не ускакала. Вот такая вот копеечка, очень-очень красивая. Специально играю для вас светом, чтобы вы видели сохран монеты, что патина лежит родная, без царапин и ровно, без пятен. Три монеты на шестой день. Что касается других монет, завтра, наверное, подойдет еще пару монет. Щеткой я прохожусь стальной именно вот под таким монетам, где имеется зеленка, потому что как бы ее тяжело убрать латунной, и стальная, она в принципе справляется своей задачей нормально. Вот это тоже была зеленая монета, осталось немного, завтра она, конечно же, не уберется. Вот. Следующие павловские монеты, как вы помните по результату, они были обе зеленые, не в окислах, а в зеленой какой-то патине, некрасивой. И эта патина потихонечку уже сходит, уже выглядят вот такие приятные, красивые павловские монетки.
По моей любимой монетке, которую я вам говорил, у ней была зеленка. Небольшие очаги, как вы видите, на просвете имеются. Такая матовая поверхность. Вот. Но все же цвет патины неоднородный. Сейчас на монете присутствуют три различного цвета. Это небольшая зеленка, вот она. Затем светло-рыжий такой цвет и темное коричневое. Вот. Так что, когда зеленка уберется, естественно, с зеленкой удалится вся патина коричневая. И будет, возможно, вот такая вот желтая. Мне, возможно, ее также придется искусственно патинировать. Здесь, к сожалению, сохранчик подкачал. Что касается советских монет, ребята. Советские монеты очищаются, но очищаются вместе с зеленкой, которая здесь вот была, и патина. То есть под темной патиной проявляется светлая. Но это ничего страшного, самое главное, чтобы монету нужно очистить. Здесь зеленка очень тяжело убирается. И, кстати, я шабером, ребята, в этом методе не использую. Это я специально делаю для тех людей, которые не имеют возможности поработать механическим способом. Ну, просто нету навыка. И я вам демонстрирую все, как делает, работает мыло. Вот еще одна павловская монета. Вот, тоже, видите, зеленка. Я думаю, завтра она не уберется. Ну и еще александровские монетки тоже подходят к своему завершению. Думаю, завтра несколько монет под завершение будет. Здесь, к сожалению, зеленка сходит очень медленно. Ну, как-то вот так вот у нас сегодня получилось. На шестой день три монетки отправляются. Итого у нас уже почищено вот такое большое количество монет. Было 8 и еще 3. Получается 11 монет за 6 дней в родной патине. Вот такие красотульки. Эти же монеты будут продолжаться чистить. Завтра из этой кучки, наверное, еще 3 монеты под завершение я вам продемонстрирую. Остальные монеты, которые будут чиститься, я вам тоже сделаю отдельным видеосюжетом. И покажу и расскажу, как привел в порядок, например, такой пятак. Ну и, в общем, все остальные. Ну а сейчас попрощаюсь. Ну что, ребята, отправляем наши монеты в заключительный 7-й день. Что у нас тут осталось, я вам показывал. Погружаем эти монеты в раствор. И завтра в это же время я их достану. Так что неделя чистки подходит к завершению. Надеюсь, я вас порадовал самим процессом. Так что пишите в комментарии ваше мнение. Как вам такой метод? Так что сейчас попрощаюсь. Ну что, ребят, закончили мы 6-й день. Завтра будет заключительный 7-й. Ну, на этом я не закончу. Как вы видели, сегодня изъяли мы 3 монетки. Но у нас еще куча монет, которые требуется доскональная чистка. В частности, екатеринский пятак, екатериновская двушка, тоже зеленая. Павловские несколько экземпляров тоже с зеленью. Их тоже нужно приводить в порядок. И я запилю отдельным видеосюжетом все оставшиеся монеты, которые завтра мы не сможем почистить. Я вам продемонстрирую позже, когда зеленка со всех остальных монет слезет. И скажу, за какой период в мыле все это произошло. Так что на этом будет
буду заканчивать. Надеюсь, вас я не расстраиваю своими методами, своими видеосюжетами затяжными. Но, как говорится, мать учения. Лучше один раз услышать и посмотреть, чем где-то, когда-то чего-то прочитать или от кого-то увидать. Лучше посмотреть у меня, потому что я все это делаю для вас, чтобы вы не теряли времени даром. Посмотрев видеосюжет в 15 минут, вы будете точно знать, как стоит делать, а как нет. Для этого рекомендую вам подписаться на мой канал, писать в комментарии, если у вас что-то не получается. По мере возможности я буду вам давать советы. Ну, отвечаю всем, без исключения. На этом и все. Всем пока и до завтра.